Здравствуйте, дорогие друзья! В каждом сибирском городе живут дети блокадного Ленинграда. Сегодня им по 75-90 лет. Несмотря на свой возраст, они ведут большую и очень важную общественную работу. Смотрим. Дети, мы сейчас находимся в комнате трудовой и боевой славы. У нас очень много экспонатов по Второй мировой войне, по блокаду и всяких остальных. Я вам хочу вот немножко рассказать про блокаду. Я сама блокадница города Ленинграда. Все это испытала, все свои детские, воспоминания только могу вам рассказать. Вот нам выдавали по 125 граммов в день на человека. И вот такой кусочек хлеба надо было распределить на весь день. Кроме хлеба ничего не было. И вот давали вот такие карточки нам хлебные. И тут написано, из чего был сделан хлеб. Он не из простой муки был сделан, там всего было намешано очень много. Но все-таки мы выжили, город победил. И вот я теперь вместе с вами здесь в клубе.